Вот ваша куртка, мсье. Вам не нужна куртка, мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Я заберу ее потом. Я вижу, вы под впечатлением. Ouais, c'est vrai. Elles sont toujours bouchées. Et il y a quelqu'un qui a bouché le trou dans le mur qu'on avait fait pour voir dans les loges des femmes. C'est un de ces jours. Ecco, apprestare il loro
che indugiano ancora. Una commedia, lo so, ma questa angoscia eterna pare. Ecco, apprestare gli orli. Speme, l'anima freme, in celestia crescente ardor.
Sono pronto. Tieni a mente. Al primo colpo, giù. Ne rialzarti innanzi ch'io ti chiami. No, amore. E cadi bene. Come la Tosca in teatro. Non ridere. Così. Così. Thank you.
По-вашему, и это был 47-й? Мы знали наверняка. Мы были так уверены, что отправили по его следам специальную группу. Но даже если этот человек существует, он всего лишь наемный убийца. Что в нем такого? Что в нем такого? Он идеальный клон. Его ДНК – наглядное пособие для любой генетической фирмы. Заполучив 47-го, любая страна-изгой быстро обеспечит себя взводом таких 47-х. Целой армией. Ваше заявление об опасности клонирования. Выходит, в этом их истинная подоплека? Конечно. Но вы ведь не возражаете против клонирования в целом. Развитие медицины, шанс на излечение... Медицина нам не поможет, если мы все окажемся под пятой диктатора с армией клонов. Не для записи. Джек, вы шутите? К сожалению, серьезнее некуда. Поэтому мы должны были убрать 47-го. На свободе он был слишком опасен. Почему бы не найти его создателя? Мы искали. Но когда мы подбирались близко, наших агентов уничтожали. 47-й? Взгляните сами. Сожалею, что мы вынуждены встречаться вот так. Личные контакты опасны. Обычно вы более осторожны. Что происходит? Судя по всему, в агентстве идет утечка. Вот ваше задание. Спасибо. Потом почитаю. Ваша рана зажила? Ага. Это все? Есть одно «но». Мы не смогли точно идентифицировать цель. Впрочем, там находится агент ЦРУ. Мы полагаем, он знает цель. Цена информации – его спасение. Значит, моя ставка растет. Уже учтено. Держите. Заказной яд? Пациентов выпускают из клиники только если они полностью излечились или мертвы. После введения яда жертва впадает в состояние спячки. Чтобы оживить, нанесите противоядие на губы. Что, если этот агент уже мертв? Я верю в вас, 47-й. Деньги уже переведены на ваш счет. С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. Трое мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто именно из троих является целью. Агент, отправленный в клинику, чтобы выяснить этот вопрос, не выходит на связь уже несколько дней. Клиника выпускает на волю только трезвых или мертвых пациентов. Агента, скорее всего, держат в состоянии опьянения по неизвестным причинам. Так что вам придется убить его, а потом вызволить. Он нам нужен живым. Мы снабдим вас экспериментальным составом, который сделает его похожим на труп, а также противоядием, чтобы оживить его. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Будьте начеку. Видал тут на днях альбиноса? С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. Трое мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто...